Так, мочи всех. Мочи всех. Ибо заколебали. Не хватает всего 10 монет. Вот это, блин, нехватка так нехватка. Вот это я понимаю. Настоящий кризис, блин. 10 монет не хватает. На топоры. Бумс. Бумс. Ну да, я так понимаю, будем делать акцент здесь на солдатах именно. Хотя там столько плодится этих говнюков. Какой там акцент на солдатах? Тут акцент, наверное, нужно делать именно на бертах. Тогда, может, и прокатит. Что, сейчас андеды пойдут? Нет, сейчас еще не андеды. Сейчас лучники. Видел я ваших лучников в одном месте. Ну, дерзайте. Один наивный захотел пройти. Что, я не знаю, будем как-то стараться успеть к этим некромантам. Сделать хотя бы нормальную артиллерию. Сейчас бы здесь не пропустить. Вот это будет вообще весело. От лучников они пока особо не страдают. Ну просто отлично, вот и пропустили. Здрасте. Что за жесть-то? Так, это опять-таки пока что еще не... Не некроманты. Но все равно очень и очень неприятно. Особенно вот этот вот чухонец. При том, что у меня нет лучей смерти. Это очень неприятно, знаете ли. Да закидайте его топорами. Не знаю, сделайте с ним все что угодно, все что хотите. Но остановите этого упыря. И не хватает опять-таки буквально 5 минут. Надо это продавать нах. Reinforce!
Говнюк ты, некромант. Говнюк. А ты кто? А, понятно. Понятно. Зачем тут дыра? Я думал, не так. Какого черта? Какого, мать твою, черта я это сделал, а? Почему слева? Твою налево. Ну, вот почему? Что мне мешало жить нормально, как нормальный человек, сделать справа башню или слева? А! Отлично, просто опять-таки затупил, называется. Опять затупил? Можно картину новую писать. Опять двойка, а здесь опять затупил, блин. Остановите упырей, заколебали уже. Портят мне всю карму. Блин, я сам себе карму испортил. Надо было так затупить. Офигеть просто. Вот это был поступок настоящего неумного человека. Жесть какая, а? Не, ну вы это видели? Это надо было так лохануться. Теперь придется с этим жить. А эти пойдут гулять дальше, да? Конечно. Все у вас слишком легко, господа. Слишком все легко. Господи, надо было все-таки так протупить. Это я просто поражаюсь сам себе. Нахрена я на левой дорожке метеорит фиганул? Куда глаз упал, туда и фиганул. Я молодец, конечно. Это просто волшебный уровень тупости. Так, и что нам теперь нужно? Нам нужны Тесла. Естественно. А вдруг не хватит? Ну, конечно, не хватит, да? Да. Даже на обычных не хватает. Вы упоролись все, что ли, там? Без сознания уже давным-давно валяете. Что за фигня-то, я не понимаю. Что за фигня? Это был мисклик, я не виноват. Точнее, я виноват, но я не хотел. Я хотел поставить ополченцев. В итоге нажал цифру 1. Куда пошел-то? Ну, стой ты. Нехорошо же так. В наглую уж прямо. Ну стойте вы.
Давайте договоримся, я не знаю. Наверное. Так, ну вот до снайперки мы ее успеем прокачать, конечно. Но что нам это даст? Здесь просто все поганит эта поганая поганка. Я имею в виду некроманты. Очень неприятный сюрприз, конечно. Так, гулять вот так вот просто вам никто не даст, извините. Слишком много бабла на все это надо. И слишком мало бабла у меня есть в итоге. Да хватит уже пролетать-то, вы заколебали. Блин, дурацкая демоническая долбанная гулька. Надо что-то новое придумать. А что придумывать нового, я не знаю. Тысяча 300 монет. Вроде много, а вроде ни на что и не хватает. Гребаные горгульи, как всегда не в тему. Вот я говорю, всегда не в тему. Были бы просто горгульи, было бы в тему. А так нифига не в тему. Мне даже на башню не хватает. На две нормальных. Да, плохо, что у меня все еще ополчение без копий, конечно. Хотя, я думаю, они погоду не сделали. Ну, блин, вот тогда же. Вот я сейчас и не вспомню, как я делал. 4, по-моему, обычных башни и все. Ну, 4 магических, я имею в виду. Надо было мне тогда лохануться настолько, что пипец просто. Стоять. Reinforce!